сильной красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у него на пути люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот опять у него на пути сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у бездны слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у бездны слепой. Так подожди, вечный подвиг, тут вообще клево. Да, давай третий за сандали. Дай задний ход перед третьим куплетом. Да-да-да, не, назад, назад. Еще. А, нет, это же вечный ход. Все, тогда задний ход. Мы можем дать задний ход на суфлёре, но мы не можем дать задний ход на фонограмме. Мы все равно не попадем. А сейчас вы не попадете? Суфлёр попасть может. Фонограмма, человек, который запускает фонограмму, попасть четко по нотам не может, потому что у нас не растут. Давайте сначала. Давайте последний дубль и начинаем запись программы. Там нет пробелов. Александр, пожалуйста. То есть три куплета подряд, да, Илья? Да, три куплета подряд. Нет проигрыша. Последний дубль. Без проигрыша. Давай. Мотор. Щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у него на пути люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот опять у него на пути сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у бездны слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у бездны слепой. Вечный подвиг он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. И что? А зачем же этот кусок вы дали? Я закончил. Это надо стереть. Мы сотрем. Так сотрите, вы же сейчас все. Мы же хотели пройти чистую, а вы оставили. Теперь опять. Мы все для себя поняли. Мы уйдем в этот момент, как только заканчивается. Не, я должен все понимать. Давайте еще раз. Александр, простите, но наши гости сейчас могут покинуть студию. А я при чем здесь, что у вас бардак?